Тем временем в Иркутской области задержан опасный преступник. Его подозревают в 10 заказных убийствах, часть из которых была совершена в Бурятии. Ему также вменяют несколько разбойных нападений и вымогательств. Андрей Дрюнин входит в десятку самых опасных преступников, разыскиваемых МВД России. Киллер был объявлен в федеральный розыск еще 5 лет назад, но задержать его удалось только сейчас. Во время обыска у него изъяты пистолет Макарова с боеприпасами, 3 поддельных паспорта и более 20 мобильных телефонов.